шоу 90 век. Люди тогда. Смотри, знаешь, что это? Укулеле? Ведьма! Да нет, смотри же, это же круто. Смотри. Дьявольские звуки. Что? Каздеть ее. Что? Ну и нафиг чему. Эй, нет, мой троюродный брат, он помер, покойся с миром. Так это она его убила, она это сюда. О нет, ты помер что ли? Блин, прости, надо сделать обряд. Обряд завершен. Пора уходить. Ой, я воскрес, лучше нашла, и кто бы говорил, а? Ой, а это кто? Кто я? Где я? Кто она? Ну что, ладно. А это вы узнаете в следующей серии. Покупайте. Что нам надо? Где кофе? Я хочу кофе. Никакого. В смысле, это 19 век нам. А кто тебя это воскресил-то? Меня воскресила какая-то желтая. Ай, блин, голова! Пошли, боюсь, кто там кричал. А вот и она! Здрасте! Зелье невидимости! Она убегает! Давай, Андрей, быстрее велики берем! Взял свой велик. Погнали, где она? Полетели! Где она? Ее не видно. Она далеко. Где? Так, мой троюродный брат поехал на другую сторону уезжать. Ладно, пойду сам. Один. Я стал с великом, вот ее изобретение. Великое. Пошли ее искать. Катя, вижу ступеньку. Где она? Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы воскресили моего друга? Да. А еще какие-то вопросы, а важно, что мне надо, да? Давай я тебя воскрешу, да? Конец!